Продолжаем прохождение Бога войны. Так. Че ты тут задротыш ищешь? Мы же нашли все. Так. Во. Хуя себе, блядь. Ну, я серебро нашел, блядь. Так, ладно. Давай следующий. Опа. Ну, чё, суки, блядь? Где кто, блядь, ещё нах? Бляди. О, блядь, там сундук нах. Блядь. Как? А как? А как? А как? А вот он, блядь. Хуя себе. Ну-ка, давай-ка залезем, блядь. И чё? Нихуя, блядь. Вот чё. Ой, блядь! Там какая-то хуйня. Так. Опа. Опа. Блять, и чё? И как? И чё, и как? Блять, да я хуй за... Ладно, хуй с ним, с этими шарадами, блять. Ебал я их в рот, нахуй. Что я тебе говорил насчет твоей помощи? Что нельзя. Именно. Мы бы просто... Это не обсуждается. Ты должен идти к цели. И уметь не отвлекаться на ненужное. Они могут быть полезны. Они что-то знают про озеро. Золото и Гира. И какая тут польза для нашей цели? Не спросим, не узнаем. Так, и чё, блядь? Где-то вот здесь же, блядь, эта хуйня. Итак, Хринтур, сын каменщика, пришел в Асгард и предложил укрепить его стены. Хринтур сделал работу очень быстро. У него были знания от отца и волшебный конь, носивший камни. Так. Один был недоволен тем, что проиграл спор. А вот. Да, я плыву к этому острову, походу. Выполнить обещание. Фрейя пришла на встречу с каменщиком, а он лишь прошептал ей что-то Тихо. На ухо. Сделав это, он решил покинуть Асгард.
Конечно, у ворот Мидгарда увидел поджидающего его Тора и понял, что его перехитрили. Но ему было все равно, ведь его месть уже свершилась. Да? Что он сказал Фрей? Это знала только она, но я много месяцев искал разгадку. Так. Хрингтур знал, что Фрейя, несмотря на брак с Одином, ненавидит асов. Думаю, он выдал ей тайну защиты Асгарда. Слабые места, физические и магические, которые она использует, когда настанет Рагнарёк, и Сурд придет, чтобы сжечь Асгард. Рагнарёк. Это что такое? Блять, надо чем-то взорвать, блять. Блять, нихуя. Рагнарёк. Надо Рагнарёк устроить. Рагнарёк. Тихо, 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 тихо. Мужчины, блять. Мужчина, вы, блядь, ничего не путаете, блядь. Блядь, да как так-то нахуй, а? Сука. На нахуй. Где кто, блядь, еще-то нахуй? Какая пизда, блядь. Вон там где-то, блядь, что ли. Да, вот она, мразь, блядь. Я-то живой нахуй, блядь. Они это нет. Его матросы? Мощная команда. И он нес за них ответственность. Мощная ответственность. Тебя это пугает? Нет, вроде нет. То есть, раньше, наверное, пугало, но теперь уже нет. Почему? Ну, я тут, с тобой. В общем, я почувствовал себя взрослым. Блять, что-то я нихуя не пойму тогда, блять. Нихуя тогда не пойму, блядь. Блядь, здоровье бы где-то взять, сука. Рагнарёк. Сын. Ладно. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Блять, а как вот туда-то пройти, блять? Сука. Короче, поймешь, блядь, как.
Ого. Блять, это серебро подзаебало так-то уже, блять. О. Так, открыли. Хули, блядь, меня сейчас завалят, нахуй. Подожди, блядь, хорошо. Эй, смотри. Чё? Чё там, блядь? Там все охуенно, блядь. Ну-ка я сейчас, блядь. Подожди-ка я, блядь. Сейчас подерусь, блядь, для начала, нах. С этими хуеплётами, блядь. А где эта хуйня-то, блядь? Я нихуя тогда не понимаю, блядь. Чё делаем, блядь? Сука. Так, ладно, это слишком, блядь, сложно, нахуй. Так, и чё? Так. О, бля. Хуя себе загадки, бля, какие. Нахуй. Хорош, пыль миров. Так. Ну? Что ну? Жаровня. Как хочешь.
Сын? Давай, ёпт. Ловни. Где-то еще, блядь. Ага. Ух ты, блядь, пидор. Врагу не позавидуешь. Отлично. Кто бы мог подумать, что я снова увижу такую драку. Давай, ёптать, открывай. Рукоятки огненного взрыва. Легендарный предмет. Рукоятки для клинков. Низкий шанс вызвать взрыв, наносящий урон от огня всем соседним врагам при успешном ударе клинками. Чего тебе надо? Поблагодарить вас. Жнецы утопили меня много лет назад, и мне хотелось, чтобы они получили по заслугам. Бестолку. Ну, не могут же они все знать что-то полезное. Так. Почему-то, блядь, я не могу вот лебезнуть, блядь, вот там. Что это, блядь? Почему нахуй? Я эти камни не могу взрывать, блядь. Так. Область открыта, железная бухта. Ой, блядь! Хорош. Хуя себе, блядь. Сзади? Где, блядь, сзади? Вот он, пидор, блядь. Я его уложу! Трума! Спасать! Уже можно идти! Блять, он меня нихуя схавал, что ли, блять, пидор. На. Пидрила, блять.
блядь, вот как тут там-то что-то сделать, блядь. Сука. Блять, вот эта хуйня заебала уже, блять. Так. Так, вот этот сперва сундучок возьмем, нахуй. Блять, да ты заебала. Блять! Блять, робот нахуй там что ли, блять. На нахуй, блять. На нахуй, блядь. Гнида ебаная, блядь. Нормально, блядь, нахуй. Хорош, кратце. Это все. Это ведь все, да? Нихуя тут сколько всего с него выпало, ебать. Огненная печать концентрации, редкий предмет чары. Повышение сопротивления урону от огня на 50% суммируется до 85. Так, чуйка мирового зверя, змея. Так. Чё тут, блядь, будет? Касса сокровища, ебануться.
нет, серебришко, серебришко. Так. Подожди, блядь, я еще не все нахуй взял, блядь. Сын. Круто, новая карта. Так. Блядь, да как где нахуй? А, вот сюда я не ходил, получается, еще. Так, сейчас. Упали, заебись нахуй. Блядь, да почему не взрывается-то, блядь? Блядь, тварь, а! Давай, шавка ёбаная, блядь. Блять, а почему я не могу-то ебануть ее? А, вот сюда, блядь, на, типа. Или чё, блядь? Я вообще нихуя не понимаю. Куда бить-то, блядь? Хорош, хорош, хорош. Блять, ну куда нахуй стрелять-то, блядь? Блять, вообще непонятно нахуй. Хуй его знает, блять, куда нахуй. Так, секунду. Продолжаем, идем дальше. Так, блядь. Что-то я нихуя не понял, блядь. Ну-ка, может, вот этой вот хуйней как-то. Чё, блядь, как она нахуй? Блядь, не могу понять нахуй. Блять.
Ну-ка, может, блядь, задротыш нахуй стрельнет. Блядь, да куда стрелять-то, сука? А, вон, блядь, нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Нихуя какая движуха, блядь. Блядь, да тут, конечно, хуй. Этот сундук запечатан рунической магией. Блядь, и как? Ты тут-то, сука, блядь. Шляпу-то как, блядь? Блять. О, блять. Заебись нахуй, все теперь я, блядь, понял, как эту хуйню всю, блядь, разгадывать, блядь, эти вроде ребусы, блядь. Можно ведь, да? Да. Сын. Слушаюсь. Вейкия. Блять. Твари, блядь, а? Тварь, блядь. Где вы, суки, блядь? Вы, нам нужно поговорить. Да пошел ты нахуй, ёпта. Еще один дух, которому что-то надо, как неожиданно. Пожалуйста, мне нужна помощь. А больше тебе нихуя не надо, бля. В чем дело? Я пришел сюда с торговцами. Давай, сучка. Спасаясь от запустения. Откуда мне было знать, что здесь оно еще хуже? Мы не можем исправить твои ошибки. Знаю. Но я опасаюсь за капитана и команду. Думаю, они все еще под водой. Вы найдете их. А ты можешь что-то предложить нам взамен? Я... Мне нечего вам дать. Ну... я не знаю. А! Перед смертью на мне была фамильная драгоценность. Найди команду, и я отдам ее тебе. Ладно. Спасибо. Блять, вы заебали нахуй. Уже лучше. Оскверненный след.
Просьба выполнена. Почему вы с мамой не говорили мне про запустение? За твою мать я ничего не скажу, но меня это не волнует. И тебя не должно. Тебя не волнует то, что все вокруг умирает? Наша цель — вернуться домой. Да ну, тогда что мы делаем на этих островах? Мы собираем то, что позволяет улучшить снаряжение. И уходим с пути только для того, чтобы подготовиться к завтрашнему дню. Так можно заодно мир посмотреть. И помогать другим. Так. Так. Вон эта хуйня, ёпты. А? Вот так вот, блядь. Всё, я научился их, блядь. Взламывать эту хуйню, блядь. Я заебусь нахуй их искать, бля. Нахуй-то надо, бля. Так. Так. Отлично. Так, да я вот сюда попал, блядь. И чё, блядь? Попал я сюда, и дальше чё? Блядь. Блядь. Ты что, рады разгадывать? Это, конечно, пиздец, блядь. Блять, туда-то никак, блять, не. Где ты, обезьяна, блять, летаешь на? Давай, давай, ё. Давай, 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 давай. Блять, пидор, а? Я тебя нахуй сейчас угандошу ведь, блять. Блять, а! Блять, а! Сучка!
Так, ладно. Так, вот выход-то, блядь, походу. Да, вот лодочка, блядь, наша. А тебе приходилось вести за собой? Да, много лет назад я вел в бой воинов. Ты был хорошим командиром? Это сложно сказать. Ты раньше... Довольно вопросов, сын. Лучше думай о задаче. Эпический предмет. Так. Да. Давай, сын. Так. Цели. Мир огня, мир тумана. Убейте моряков скитальцев. Мертвый фрахт. Я, блядь, все. Почти, блядь. Ну-ка, давай, мертвый фрахт. Так что там про великана с восемью руками? Его звали Старкат Могучий. Если бы великаны однажды создали армию, Старкат бы вел ее. Впрочем, последнее замечание мне стоило бы держать при себе. Но я был советником Одина. Я дал совет. И его уже было не отговорить. Судьба Старкада была решена. Но даже Тору хватило ума не вступать со Старкадом в честный бой. Нет, вместо этого асы распустили во всех мирах слухи о Старкаде, будто он чудовище, которого стоит бояться. Говорили, будто он похитил королеву эльфов, так. И та покончила с собой, лишь бы великан ей не овладел. Вранье, конечно, но тебе еще рано об этом знать. В итоге это дело затронуло как ванов, так и армии Мидгарда. Окружив Старкада, они осыпали его стрелами, пока тот не упал на колени. Он сдался, надеясь восстановить свое честное имя. Давай я тебе попозже расскажу. Суки, сдохнуть, блядь. Это был последний корабль. Надеюсь, капитану теперь полегчает. Это он хотел упокоить своих людей сам. Но он никогда не смог бы. Ему это не важно. Наша победа не подтверждает его поражение. Тогда зачем мы это сделали? Да тварь, блин. Блять, тварь, а! Прости, я не готов.
тварь, блядь. Я совсем без сил. Охуевшие мрази, блядь. На нахуй. Сюда, блядь. Пальмиров, нахуй. Моя Пальмиров. Еще имя. Чильд. Это словно мемориал Валькирии. Так, на к этому хуеплёту вернуться, да? Значит. Сейчас вернемся, блядь. Отец. А правда, зачем мы ему помогли? Тебе нужен опыт. Да я уже много раз сражался с такими тварями. Ну скажи, зачем? Несе. Этого капитана уважали матросы. Он признавал свои ошибки и хотел их исправить. Это хороший урок для тебя. А. Вот именно. А. А. Где мы остановились? Ах, да. Могучий Старкат отступил, надеясь восстановить свое честное имя. Давай я тебе попозже расскажу. Так. Мои. Да. Давай. Мы их всех убили. Ну, то есть упокоили. Ясно. Значит, я проиграл даже после смерти. Да. Но при жизни ты был достойным и волевым человеком, и твои люди тебя уважали. Это хороший пример. Правда, сын? Да. Надо же, как много людей пошло за тобой. Я... Спасибо за добрые слова. Пусть ваше путешествие завершится удачнее, чем мое. Давай сюда, блядь, свои все, блядь. Ну, ты был прав. Не очень-то он обрадовался. Наверное, невозможно смириться с потерей тех, кто тебе дорог. Невозможно. И хули, блядь? И это что, все, блядь, что ли? Время лечит. Вернитесь в хранилище Фафнера. Так, и чё, блядь? Ёб твою мать, сколько тут... Так, ну а вот в эти врата лучше попасть. Так, я вот в эти врата нахуй сейчас попаду, блядь. Чтобы нам побыстрее, блядь. Тихо, 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 тихо. Тихо. Вы чё, блядь, охуели, блядь? Ты обезьяна ебаная, ты чё, блядь? А, сука, блядь. Блядь, они у меня... Да тварь, а. Значит, это все? Блять, восьмой левел, хуля. А сейчас я нахуй убью, блять. Ту мразь, блять. Бундерлок. Бандерлок. Сука, на меня напали, блять. Просто, блять, так нахуй. Тварь, блядь. Осторожно! Тварь, блядь, умереть, нахуй, блядь. Суки вонючие, блядь. Убью нахуй.
Осталось, батюшка. А не, давай-ка вот в дом. Блядь. А нахуй я в дом? Почему Один так хочет найти путь к Йотунхейм? Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Каких бед? А, как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников. Так. Чё, блядь, 500 кругов оббежать на? Так, вот. Наконец-то мы дома. Нет, мы сейчас, блядь, не домой, друг. Кажется, прошла целая жизнь. Немного сквозит, но все лучше, чем когда у тебя кора в жопе. Блять, что, домой нахуй заходи, что ли, на, ебаный в рот. Пора. Давай отдохнуть. Буду спать до весны. Пиздец. Че, блядь, сейчас спать был? Сойдет. Спи. Я уже. Спустя годы. Блядь, нихуя себе. Стой! Бери лук. Ёбаный в рот, это чё, блядь, происходит? Чё за хуй? Ты кто такой? Ого! Это Один, что ли? Я себе, блядь. В смысле, блядь? Атрей, ты готов? Да, но у меня был странный сон. Фимблвинтер заканчивалась. И к нам прямо сюда пришел Тор. Это просто сон. Странный сон. Охуеть. Он казался явью. Казался будущим. Тогда мы подумаем об этом завтра. Сегодня у нас дела. Идем. Бля, ну игра вообще бомба, нахуй. Я уж думал, блядь, продолжение будет, блядь, нашего, блядь, путешествия, блядь. Так, и чё, чё? И куда, блядь? Сука. Так. Куда идти-то, блядь? Вот. Это что тут лежало, блядь? Здоровье, что ли? А, нет. Серебришко. Так. Блядь, нихуя не понимаю теперь. Вообще нихуя не понимаю. Так. Так. Вот мы отсюда и шли. Шли. И, блядь, нихуя не пришли. Почему миры-то, блядь, не сквозные, нихуя? Это, почему это все не сквозное-то, блядь, нихуя?
О, это что такое, блядь? Давай берем. Почему, блядь, нихуя ничего не сквозное это, блядь? Так. Где эта хуйня? Вот она. Так. Это прозвище — скромное свидетельство того, насколько у Одина пытливый ум. Он как-то был мертв 9 дней, повесился на ветке Игдрасиля, проколол себе бок собственным копьем и истек кровью в колодец судьбы. Он бродил по царству мертвых и выпытывал у мирового древа его тайны, пока не достал древа настолько, что был послан обратно в мир живых. Говорю же, чокнутый. Так, чокнутый. Ой-ой-ой. О, блядь. Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных сосна. Пизда каркает, блядь. Таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. Теперь все рукоятки я делаю из дуба. Давай. Я все предусмотрел. Ну, доступно улучшение лука для когтя. Так, нагрудная броня. Блять. О, рукоятки для клинков улучшить. Блять, нахуй я их. Ну ладно, хуй с ним, блять. Для когтя вот доступно улучшение. Блять, ресурсов нет. Да что такое, блять, а? Браслеты мирового змея, левиафан. Клинки хаоса. Коготь, броня для рук, броня для бедер, рукоять для топора. Рукоятки для клинков. Талисман. От меня можно не убегать. Пизду, блядь. Пошли, блядь. Так. Эти мрази, блядь. Берегись, отец!
твари, блядь. Тварь, умри, блядь. Они слабые. Так, что у нас по опыту, кстати? Давай-ка, блядь, посмотрим. Блядь, да у меня хули все улучшено, ёпти. Что это? Да похуй, ёпти. До пизды, ёпти. Так, о. Вот еще сокровище. Вечный мороз, легендарный предмет, не тающий лед из самых дальних глубин Хеля. Используется для улучшения рукояти с эффектом холода. Встречается в тайниках, отмеченных на картах сокровищ. Глаз мудрости рун, легендарный предмет чары. Уменьшение получаемого урона на 15% после получения урона во время рунической атаки. Карта сокровищ выполнена, историк. Так. Так. Так, давай, вот. Открывай нахуй ворота, блядь. Открывайте, пидоры, ёпты. Что вы снова здесь ищете? Тут... Мы нашли твоего ты сына. Ты слышь, блядь? И его тоже предали. А еще нам попался его дневник. Твой сын жалел о том, что убил тебя. Ха, и зачем бы мне это? Как он умер? Погиб в бою? Рядом с ним были 4 обезглавленных трупа. А, меч Вандрида всегда был остро заточен. Этому он научился у меня. А, он подлый ублюдок, но... Мне легче от мысли, что сейчас он в Вальхалле. Спасибо. Все, давай, хуй, блядь. Мы помогли ему. Осколок Кюра. Эпический предмет. Этот вор недостоин душевного покоя. Повышение всех характеристик. Ну ух ты. Все равно помогать другим очень приятно. Даже мертвым. Ты весь в свою мать. Так. Давай-ка, блядь. Попробуем, блядь. Эту, блядь. Как их, блядь? Эти сучки, блядь. Валькирии, блять, во нахуй. Так, карту надо. Лавка. Так, причал, железная бухта. Лавка. Валькирия Карра. Так, а я-то где, блять? Получается, я тут. Рядом есть какая-то валькирия. Цитадель Нортри. Так, вот валькирия. Бой, поглотитель душ. Так, это чё, лавка? Так. Подожди, а вот к ней-то как получается? К ней... Так. Вот она, одна пизда тут обитает. Так, лавка. Я вот эту сучку замочу сейчас. Вот Эйр. Ладно, твари, блядь.
Ладно, ладно, сучки, блядь. Так. Так. Сейчас я этой сучке, блядь, пизды дам, нахуй. Не пойму, Один хочет предотвратить Рагнарёк, но змей уже был там и видел битву. Разве не считается, что Один уже проиграл? Судьба штука хитрая, и Одину хватает самомнения пытаться ее использовать. Судьба – очередная выдумка богов. Нет ничего такого, что нельзя переписать. Вот тут, брат, вы с Сиатцом сходитесь. Даже если ему не удастся предотвратить Рагнарёк, он надеется узнать столько, чтобы изменить исход битвы. Напомни рассказать о волках. Сказание Мимира. Так, ладно, быстренько перекур. 3-4 минутки. И убьем эту сучку. Так, идем дальше. Ну, сука. Где ты, падла, нахуй? Блядь, наверх куда-то показывает, сука. Где эта пизда-то, блядь, находится там? Подожди, блядь. Нихуя не понял. Сейчас вниз показывает, блядь. Не понял нихуя. Так, вот сюда может куда-то, блядь. Нихуя. А где-то то ли в горе, блядь, получается. Где эта пизда, блядь? Я что-то нихуя не пойму, блядь. Где эта хуйня-то, блядь? Ниже где-то, блядь. О, это что такое?
Так. Так, и чё, блядь? Давай, иди, ёпты! Где, блядь? Я, блядь, нахожусь, нахуй. Блядь, вообще не пойму. Не пойму нихуя, блядь. Сюда, пошли! Уменьшается же, блядь. Пизда где-то внизу, блядь. Хули, сейчас, ёпти. Блять, нихуя я там, чё, блять? В чертоге, блять, спускаюсь. Блять, к ней ведь спускаюсь, сука. По-любому, нахуй. Мы давно здесь стоим. И что, блять? И что за дротыш? За дротыш, давай не будем стоять. Или чё, мы такие особенные, блядь, за дротыш? Так. Тайные комнаты, блядь. Так, раз. Хорош. Так. Чё тут у нас?
Тайные комнаты. Ну? Открытые комнаты 1 из 7. Сокрытый чертог. Одина. Все такое... прямо... ну, как тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, конечно. Да, отец. Батя. Ты не ссы, ёптеть. Сейчас, нахуй. Сейчас все будет, ёптеть. Сейчас все будет, ёптеть. Ну-ка. Давай тут посмотрим, что есть. Это берем нахуй. Это разбиваем нахуй. Так, это нахуй не нахуй. Это сносим, блядь. Это разбиваем, блядь. Это тоже, блядь. Так. Отлично. Так, ну а вот сюда, блядь, теперь. Да она, сучка, где-то здесь, а, блядь. Сейчас я ее нахуй. Приговорю, ёптать. Валькирия? В заточении? Да, ёпт. Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия во плоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Ей пизда, блядь. Ага! Вот теперь она тоже пришла. Блядь, нихуя, сучка ты, а? Нихуя она какая, блядь. Блядь, а что-то я не понял, и как ее убить? Блядь, а как нахуй? Блядь, а как? Просто отлично. А как? Не понял, а как от нее защититься? Блять, я щит ставлю и нихуя. Что за бред? Блять, а как? Блять, а она... Нет, я понял, надо как... Я понял, блядь, как надо. Сейчас, нахуй. Да, блядь, тварь, а! Блядь. Вставай, брат.
Чё-то, блядь, я походу, блядь, зря нахуй с ней, блядь, связался, блядь. А, хуйте. Хуйте, блядь. Овечка ебаная. Ебаная. Ты чё, блядь, думаешь, нахуй? Самая, блядь, шустрая, блядь. Чё, блядь? Отхватила бледовка, нахуй. Да блять, ну как нахуй? Ну понятно. Короче, ладно. Завтра, блять, я ее, блять, угандошу нахуй. Все, всем спасибо за просмотр. Всем всего хорошего.